Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. В граничном Стувой городе Улан-Гом, Республика Монголия, ураганный ветер сбил металлические опоры электролинии. Были отключения и в Туве, но наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в приграничном с Республикой административном центре УФС Аймака Монголии городе Улан-Гоме. Ураган принес с собой ветер до 30 метров в секунду, мокрый снег и метель. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 111 бригад в составе 336 человек и 134 единицы спецтехники. За сутки были ликвидированы несколько сотен технологических нарушений. Сегодня на аппаратном заседании правительства глава Тувушалбанкорол уточнил, какая помощь официально запрошена монгольской стороной и что предпринимается для оказания помощи при ликвидации последствий ураганного ветра. Как сообщил вице-премьер Александр Брокерт, к нему обратилась администрация города Улан-Гома. Глава республики поблагодарил за оперативное взаимодействие. При этом отметил отсутствие четкой схемы официального информирования в случаях чрезвычайных ситуаций на приграничной территории в Монголии, в том числе через официальные дипломатические каналы связи. В минувшие дни, накануне празднования Дня отцов и матери, прошла первая республиканская конференция по профилактике преступности, в частности, среди подрастающего поколения. Ни для кого не секрет, что на протяжении нескольких лет в социальных сетях Тува в большинстве своем показана как одна из самых криминальных регионов страны. В Доме народного творчества собрались представители правительства региона, правоохранители, руководители федеральных органов исполнительной власти, также общественность. Наверняка многие выступающие скажут о том, что статистика тувинской преступности, к великому сожалению, лишний раз характеризует, что пьянство является самой главной основополагающей проблемой нашего общества. 53% всех преступлений осуществляется на пьяной почве. Я думаю, что эта статистика наверняка больше. И в этом отношении мы понимаем, что это основополагающая проблема проблем. Самые проблемы и самые трудные направления нашей совместной работы. И с другой стороны, еще раз подчеркну, нам так важно убежать от этого криминального клейма, то есть, которое лежит на нашей республике еще с советских времен. По данным регионального министерства внутренних дел, в текущем году отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений в республике на 20%. Эта тенденция характерна для всех районов республики, за исключением Кахемского, где отмечается все же незначительный рост. По окончании текущего года в целом прогнозируется ситуация, характерная для 2003 года, который явился в целом за 30 лет по количеству зарегистрированных преступлений одним из самых стабильных. За истекший период сотрудниками полиции раскрыто более 5200 преступлений, в том числе более 1000 тяжких и особо тяжких составов. Число установленных лиц, совершивших преступления, превысило показатель уже аналогичного 2017 года. В ходе своего доклада министр ведомства Александр Щур акцентировал внимание на одну из острых проблем республики. По состоянию на 1 ноября 2018 года в республике зафиксировано 486 таких преступлений, которые характерны для всех районов, за исключением Терехольского. По учтенным полицией показателям, в результате противоправных деяний у граждан было похищено свыше 1200 голов скота, суммарный материальный ущерб превысил более 46 миллионов рублей. Но для сравнения приведу данные по Ростовской области, где поголовье крупного и мелкого рогатого скота почти в полтора раза превышает наше, но численность населения более чем 4,5 миллиона. Так вот, за аналогичный период в данном регионе количество зарегистрированных краж скота в три раза меньше нашего. Всего в этом году сотрудниками полиции раскрыто 109 краж скота, из них 38 фактов прошлых лет. Данное направление находится под моим личным контролем. Еще в начале года был укреплен профильный отдел управления уголовного розыска, организован ряд операций. Постоянным объектом наших проверок являются предполагаемые места сбыта похищенного, в результате которого раскрывается большое количество преступлений. Начата практика возбуждения уголовных дел по фактам незаконной скупки и реализации мяса краденого скота. Фактически места сбыта похищенного являются традиционными и годами действуют на территории республиканского центра. Так, например, всем известная и пресловутая уже мясная лавка по улице Кичиола
города Кызыла, где только в текущем году выявлено 4 факта незаконного сбыта краденого скота, о чем и в Роспотребнадзор, и в другие контрольные органы были направлены соответствующие информации. Самого пристального внимания всех требует несовершеннолетний. Анализ показал, что рост уголовных преступлений, совершенных подростками, превысил 28%. В преступный процесс вовлечены подростки различной возрастной категории, независимо от их занятости и организации досуга. В-третьих, на момент совершения преступлений нигде не работали, не учились. Основной процент совершаемых преступлений школьниками связан с непростым материальным положением, стремлением удовлетворить жизненно важные потребности. По итогам 10 месяцев 2018 года ситуация с подростковой преступностью продолжила ухудшаться. Если в 2016 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляло 236, в 2017 – 303, то за 10 месяцев 2018 года уже совершено 292 преступления. По СФО республика находится в негативном рейтинге регионов на первом месте, по Российской Федерации на втором после Забайкальского края. Доминирующими видами совершаемых подростками преступлений являются имущественные преступления. Их удельный вес составляет 79%. Только за сентябрь 2018 года зарегистрировано 17 преступлений, совершенных несовершеннолетними, и при их участии, где предметом преступного посягательства стали средства мобильной связи. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также противодействие алкоголизации населения также были обсуждены в ходе конференции. Напомним, что с начала текущего года на территории региона расследовано почти 2000 преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков. Каждое четвертое такое преступление относится к тяжким, а особо тяжким. В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции по материалам органов внутренних дел возбуждено 53 уголовных дела. К административной ответственности привлечено более 1300 продавцов торговых точек и так называемых адресов, незаконно реализующих спиртные напитки. Всего из незаконного оборота изъято более 26 тонн алкогольной и спиртосодержащей жидкости. На автодорогах республики выявлено и пересечено более 100 таких фактов. Минтранс страны рекомендовал регионам по-новому оборудовать пешеходные переходы, а именно наносить зебру прямо на широкие лежачие полицейские. На переход, где зебра нанесена прямо на широкий лежачий полицейский, уже не так страшно отпускать ребенка, он более заметен водителям, пояснило ведомство. Такой метод показал свою эффективность и на федеральных дорогах. Там о приближении к препятствию предупреждают знаки, на ряде участков наносят еще шумовые поперечные полосы. Ведомство рекомендовало подсветить переходы и сделать ограждение вместо несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами и медучреждениями. Для исключения лобовых столкновений выезда машин в кювет предлагается обустройство кривых малого радиуса направляющими устройствами и барьерным ограждением сигнальными столбиками. На двух- и трехполосных дорогах разделительная линия рекомендуется делать желтыми для большей заметности. В январе-сентябре 2018 года объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы ТУВы, составил более 4,5 тысяч миллионов рублей или 89,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Так увеличилась доля организаций, реализующих капитальные затраты с целью автоматизации или механизации существующего производственного процесса с 5% в 2017 году до 60% в 2018. Снижение себестоимости продукции с 40% до 60%. Внедрение новых производственных технологий с 42 до 54%, экономии энергоресурсов с 3% в 2017 году до 38% в этом году. Наиболее значимыми факторами, стимулирующими инвестиционную активность организации в 2018 являлись прибыльность инвестиций в основной капитал, высокий спрос на продукцию организации, доступ к внешним рынкам. В 2017 году указанные факторы отметили 62% организаций. Негативное влияние на инвестиционную деятельность предприятия оказывали такие факторы, как недостаток собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита и несовершенный механизм их получения. В 2017 году на перечисленные факторы указали 75,64% организаций. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 64 копейки, евро 74 рубля 85 копеек. Кызыл, не упусти качественные куртки по оптовым ценам от производителей на ярмарке «Ермак» с 23 ноября по 9 декабря. Аюн Курсэди 96. Сарбашкынар Болгаш Папунгайлар Телегейдер Телгелге Национал музейн Деслэрнэм Анаптур.
Компания «Вятская мехобелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 25 ноября по 2 декабря в ЦУМе. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Власти Тувы продолжают борьбу с нелегальной продажей алкоголя. В эти выходные был демонтирован киоск, расположенный на трассе Кызыл-Эрзин возле села Балгазин, из которого в течение 20 лет реализовывался алкоголь. Необходимо отметить, что владельцем киоска оказался ветеран правоохранительных органов. Напомним, комплексную работу по таким сообщениям граждан начала с начала осени комиссия под руководством заместителя председателя правительства Тувы Аяса Чуданула. Установили на месте, что деятельность киоска нарушает закон и противоречит всем требованиям санитарно-эпидемиологического противодействия. Пожарного законодательства. В 2016 году в республике было возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконной продажи алкоголя, а в 2017 уже 24. В числе 10 лучших участниц всероссийского финала конкурса «Русский силуэт» Айран Сана Чап удостоена членства в Союзе дизайнеров России. В Москве подвели итоги 12-го международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Туву на нем представляла студентка 4-го курса отделения декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Кызылского колледжа искусств Айран Сана Чап. Напомним, честь и представляет Туву в одном из самых престижных профессиональных конкурсов дизайнеров страны и мира. Айран Сана удостоилась после победы на региональном этапе конкурса «Русский силуэт», который проводился Союзом дизайнеров Тувы. Грандиозный гала-показ в рамках финала 12-го международного конкурса молодых дизайнеров прошел в Москве 10 ноября. Заявок на конкурс было подано более 3000 не только из России, ближнего зарубежья, но и Черногории, Китая, даже Южной Кореи. В Каспийске прошел чемпионат России по карате. В споре за медали турнира участвовали 280 спортсменов из 40 регионов страны. Напомним, соревнования являются отборочными к чемпионату Европы, где у россиян появится шанс заработать первые рейтинговые очки к Олимпийским играм 2020 в Токио. Каратисты из 40 регионов страны в течение 2 дней определяли состав национальной сборной России на чемпионат Европы. Турнир стал рейтинговым для отбора в Токио, потому и конкуренция в каждом весе запредельная, но несмотря на это представитель тувинской школы карате, воспитанник тренера Чингиса Алиева Амир Мунзук в финале чемпионата уступил со счетом 4-3 пятикратному чемпиону страны, призеру мира Евгению Плахутину и завоевал серебряную медаль российского первенства. Напомним, что Амир Мунзук с детства достойно представляет школу карате Тувы на турнирах за Саянами. Он окончил Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Легавта в городе Санкт-Петербурге. Что ни говори, а без теплой верхней одежды не обойтись. Время подготовить свой зимний гардероб. А сделать это с умом и под любой бюджет можно на ярмарке верхней одежды «Ермак» по адресу улица Уюна Курседи, 96, район 5-й бани. Расположился «Ермак» в районе бани номер 5 на Юна Курседи 96. Ассортимент моделей на выставке просто огромный. А еще, помимо невероятного выбора, здесь очень лояльные цены. Богатая цветовая гамма, широкий размерный ряд от 40-х размеров до больших, вплоть до 72-го. И по-настоящему сибирское качество верхней одежды, начиная от фурнитуры и заканчивая наполнителем, устойчивым к суровым морозам. Мы уверены, на ярмарке «Ермак» найдется что-то для себя и сильный пол. Современные удлиненные модели, укороченные куртки с меховой отделкой и без. Оденется каждый. Одним словом, для каждого из членов семьи найдется своя куртка или пуховик. В качестве курточек сомневаться не придется. Проверено. А цена и вовсе станет убедительным аргументом для покупки. Готовьтесь к холодам правильно. Шинапла янзы беру паранарлых, шинапла чей куртектерлых. Оюна курсиеде твозонал дыже чалап турбис. Выставка «Ермак» в Кызыле продлится с 23 ноября по 9 декабря по адресу Оюна курсиеде 96. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку.
Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность, без осадка, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 19, днем минус 7, минус 9. На дорогах гололедица. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.